Новый год под водой. В спортивном центре «Норд-Арена» решили поменять стереотипы. Инструкторы по плаванию пригласили ребятишек из детских домов, коррекционных школ, ребят с ограниченными возможностями и кадетов и устроили для них новогодние заплывы. Юлия Майданова продолжит. Новый год – это вовсе не обязательно телевизор и салаты. В Центре развития спорта «Норд-Арена» решили совместить приятное с полезным и придумали оригинальный сценарий праздника. Организовали новогодние заплывы для детей. В канун Нового года, подводим итоги года, самых громких визитов в преддверии празднования новогодних праздников, храним оптимизм и готовимся к Новому году. Руководству, сотрудникам, инструкторам, всем работникам непосредственно самого плавательного бассейна и самого Центра развития спорта «Норд-Арена» пришла в голову идея организовать новогодние мероприятия для наших самых маленьких и юных спортсменов, пловцов, у которых сегодня не самая лучшая жизненная ситуация, да, но тем не менее ребята не отчаиваются. В соревнованиях приняли участие ребята из детских домов, дети с ограниченными возможностями, учащиеся коррекционных школ, а также кадеты. У всех разная спортивная подготовка, поэтому ребят разбили на группы. Соревновались в эстафетах. Каждой команде помогал наставник. Появление Деда Мороза в непривычной для него атмосфере насмешило не только детей, но и взрослых. Правда, искупаться дедушка не рискнул. Испугался температуры воды, плюс 28. А вот ребята плавали на скорость со спортивными снарядами, сооружали из них фигуры и исполняли танцы в воде. Надо было проплыть, взять доску, положить шайбу и проплыть, и обратно с доской. Так чередовалось. Мы на палки садились, мы поддерживали друг друга, помогали сесть. Скажи, почему тебе нравится плавать? В воде просто хорошо. Мне конкурс очень понравился, было очень весело. Дед Мороз и Снегурочки тоже порадовали. В новогодних заплывах проигравших нет. Все ребята получили медали и сладкие подарки. Организаторы праздника надеются, что в следующем году дети еще больше подружатся со спортом. Юлия Майданова, Алексей Малаковский, Новости 24, Архангельск.